Привет всем. Сегодня лунный день в Норвегии. Ну, то есть ловим рыбу луну. Играем максимальный вес. Турнир максимальный вес. Идем на локацию мыс Тролли. Ловим рыбу луну на кальмара, осьминога, пол воды. Вот в частности, сейчас у нас клюнул сразу же в начале турнира кто-то, ну не кто-то, это рыба луна явно, на осьминога. Средняя удочка, по ямкам, пол воды, кальмар, осьминог, кальмар. И сразу же можно уже не играть, а ожидать где-нибудь в зале ожидания. Больше тонны, приличный вес, явный выигрыш. Вот так же, видите, попадается на кальмара скумбрия. Я вырезал, оставил такой кусочки с поклевкой. Вот этот турнир максимальный вес. В основном в Норвегии играют на рыбу луну. Здесь, ну и я в частности тоже играю. Еще можно сыграть на Шпицбергене, но там значительно, ну, по личному опыту, значительно реже привет, поэтому вероятность выигрыша вот здесь вот на мысе Тролли, конечно, значительно больше. Турнир нам попался дневной, и обозвали мы его лунный день, как ловим рыбу луну. Ну, здесь чего нужно опасаться? В принципе, снасти должны быть максимальные, конечно. Даже одну удочку можно убрать, оставить две, чтобы не жалко было. Максимальные удочки на 1750, катушка на 180%. И леска тоже на 1750, все новое. И тогда можно надеяться, что вытащишь трофейную рыбу луну, близкую к рекорду. А рекорд у нас, я посмотрел, там 2 тонны и около 300 килограмм еще добавок. По-моему, это самое тяжелое, что есть здесь на рыбалке, не знаю. Вот такая вот рыба луна, диск такой. Даже не знаю, хвост у него есть или нет. Которая вроде бы, вот еще, пожалуйста, рыба. Которая вроде бы питается там планктоном или такими мелкими беспозвоночными. Вот кальмарами сейчас, в частности. Но когда тащишь, что такое тяжелый, там за тонну. Ну как мешок такой тяжелый. То есть она сильно не дергается. Просто подтягиваешь эту груз, вытаскивать ее несложно, лишь бы выдержали удочка да леска ваша. Таким образом играем максимальный вес в Норвегии. Я периодически все захожу в надежде все-таки вытащить трофейную рыбу луну. Потому что трофея такого у меня нет. Даже сейчас не знаю, сколько весит трофей. Ну, где-то под 2 тонны наверняка. Попадается еще. Ну, сейчас посмотрим. Лисица морская. Не путать с морской лисицей. Здесь вот как раз от перемены мест слагаемых сумма меняется. То есть одна это акула. Луна продолжает нам победно попадаться. Акула другая. Это скат такой, не очень большой.
Но здесь вот акулы попадают на кальмара. Ну вот, собственно, коротенько еще одна крупная. Коротенько еще хотел рассказать про максимальный вес, про турнир максимальный вес в Норвегии. Так что, если позволяет разряд, если есть снасти крепкие, да, пожалуй, можно и с одной удочкой поплавочной, только она должна быть максимальной. Максимальная катушка, ну, леску можно там 1,5 тонны. И на самую глубину, это, скорее всего, вот справа, что удочка стоит. Хотя вот сейчас, в данном случае, у нас попалась как раз средняя удочка полуводы и осьминог. Хотя чаще вот она кальмар. Почему-то вижу. Вот как раз лисица морская, о чем я говорю. Это акула какая-то. Не очень большая, конечно, по сравнению, там, допустим, с белой. А есть морская лисица. Просто слова переставлены. В Черном море, допустим. Это такой скатик, не очень большой тоже. Турнир подходит уже к концу. Все, что попадалось, я оставил. Пустые места, места ожидания повырезал. Так что примерно можно оценить весь наш турнир. Весь наш лунный день в Норвегии. Время вышло. Сейчас вытащим вот эту рыбку. Палтуса. Убираем удочки. Достаем спиннинг. Все как обычно. Принимаем эликсирчику. И ожидаем таблички с результатами турнира. Вот. Очков опыта немного, потому что турнир не закрыт. И вот наша табличка. Вот очки, деньги, подарки и так далее. Первое место. Рыбу продаем или отпускаем. И отпускаем. Получаем карму какую-то. Я с тобой, и будем прощаться. До свидания.